Резольвента – один из важных инструментов гомологической алгебры, в частности служащая для вычисления функторов экстетор, проективная резольвента. Комплексом натер-модулем C называется последовательность такая, что произведение двух последовательных гомоморфизмов равно 0, если все x свободные. Комплекс называется свободным, если проективный – проективным. Если последовательность точна, то есть все гомологии хен равно кер ден, им ден плюс 1 равно 0 при n и t, 0 h 0 равно кер d 0, им d1 равно x0, им d1 равно x0, кер эпсилон изоморф на c, то данный комплекс называется резольвент R. Так как любой модуль C является фактор-модулем свободного, то любой модуль C можно включить в некоторую свободную резольвенту. Наименьший индекс k, такой, что все xn при n и kt, k нулевые, называется длиной резольвенты. Проективная размерность модуля – это наименьшая длина его проективной резольвенты. Например, проективный модуль – это в точности модуль проективной размерности 0, функторы xn находятся согласно следующей теореме. Если c и r модули эпсилон xc, любая проективная резольвента c, то xn изоморфен группе к гомологии хен равно хен. Функторы торн находятся согласно следующей теореме. Если c и r модули эпсилон xc, любая проективная резольвента c, то торн изоморфен группе гомологии хен, инъективная резольвента. Комплексом под r модулем а называется последовательность такая, что произведение двух последовательных гомоморфизмов равно 0, если все y инъективный. Комплекс называется инъективным, если последовательность точна, то есть все к гомологии хен равно кер дельта n плюс 1, им дельта n равно 0 при n и t, 0 и h 0 равно кер дельта 1, им дельта 0 равно кер дельта 1 равно им эпсилон изоморфно, то данный комплекс называется корезольвентой, так как любой модуль является подмодулем инъективного и t, d, то любой модуля можно включить в некоторую инъективную резольвенту. Функторы xn находятся согласно следующей теореме. Если c и r модули эпсилон а y любая инъективная резольвента, то xn изоморфен группе к гомологии хен.